В Агрызском и Высокогорском районах уровень воды в реках поднялся до критической отметки. Об этом сегодня сообщает сайт МЧС Татарстана. В зоне потопления оказались 89 человек. 7 человек уже эвакуированы и размещены у родственников. В целом ситуация в республике спокойная и, по словам синоптиков, осадков в ближайшее время не ожидается. С некоторыми подробностями Дарья Бакунина. Конец апреля, и наконец-то в республике стало по-весеннему тепло. Солнце пригревает, и температура все выше и выше. Сейчас на столбике термометра 15 градусов тепла. Сегодня синоптики обещают и все 20 выше нуля. Теперь можно с уверенностью сказать, что наконец-то весна пришла в республику. С ним пришло и хорошее настроение. Настроение весеннее, хорошее. Почему? Солнышко светит, птички поют. Прекрасные ощущения. Жить хочется и радоваться. Погода хорошая, наконец-то мы ее дождались. И хорошо, если еще дождичек чуть-чуть пойдет, и вообще все будет прекрасно. Погода очень хорошая. Вот мы вышли первый день погулять в легкой одежде. Кому-то весна принесла положительные эмоции, а кому-то большие проблемы. Паводок в республике еще не отступил. Из берегов вышла и Казанка. Накануне уровень реки поднялся и на 20 сантиметров превысил критическую отметку. В некоторых районах затопило частные дома. У кур все затоплено, туалеты все затоплены, по нужде в ведро ходим. Вообще все затоплено. Вот полностью потопило и огород, палисадник весь затопило у нас. Здесь тоже все была вода, лужи. Сейчас чуть-чуть солнышко вышло, немножко стало подсыхать. В ближайшие дни погода будет только радовать. Солнце и плюсовая температура. Столбик термометра достигнет совсем летней отметки – 25 градусов. Подробнее о погоде на неделю нам рассказали в гидрометцентре республики. В среду температурный фон чуть-чуть буквально поменьше, положительная температура ночью от 7 до 12 градусов тепла и днем максимальная температура 17-22. Местами небольшой кратковременный дождь, гроза. И в четверг вот такой же примерно температурный расклад. В ночные часы 6-11 тепла, днем от 17 до 22, а осадки с ростом атмосферного давления постепенно прекратятся. Однако, возможно, совсем скоро погода немного испортится. В ближайшее время должна вскрыться Волга. С реки подует холодный воздух. Температура немного спадет, но ненадолго. Дарья Бакуина, Айрат Мухамедзянов, Вести, Татарстан.